В России успешно завершился Кубок Конфедерации. Посмотреть на футбольные матчи лучших команд мира в разных городах собирались сотни тысяч людей. А помогали в организации масштабных мероприятий волонтеры, в частности, и чуваши. В республиканскую команду вошли люди разного возраста и разных профессий. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-Арена прошла пресс-конференция, где ребята рассказали о своих трудовых буднях. По словам футбольных добровольцев, главная оценка для них – это счастливые лица болельщиков и гостей Кубка. У некоторых ребят уже был опыт работы на Олимпиаде в Сочи. И с тех пор волонтерство – их жизненное кредо. Около 30 молодых ребят работали во всех четырех городах Кубка Конфедерации. Помогали гостям турниры на улицах, вокзалах, в аэропорту, на парковках, в фан-зоне и в других местах. Все они единодушно отметили, что веселее всего работать на последней миле, то есть в непосредственной близости от стадиона. Там есть хоть какая-то околофутбольная жизнь. По обыкновению именно в этой зоне волонтерам выдают большие поролоновые пальцы, которыми они должны подбадривать болельщиков и указывать им путь. И меня уже заранее знали, доверяли, наверное, и определили в чашу, то есть внутрь стадиона. И я стоял на северных трибунах. В одном месте, это, конечно, минус. Волонтеры все менялись по позициям, а я стоял на одном месте и смотрел футбол только сзади ворот. Если смотрел, конечно, а так приходилось там решать разные проблемы. И, наверное, смотрел, если так подумать, 10-ю часть матча, так мельком, на пенальти смотрели все. Но это не повлияло на настроение ребят. Члены движения добровольцев в очередной раз приехали переполненные положительными эмоциями. На турнире они закрепили ранее полученные навыки, проверили, насколько они стрессоустойчивы, поближе познакомились со спецификой работы. Можно сказать, что для них прошла мини-репетиция к работе на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Сабина Вишневская, Расиль Мухаметов, Республика.